Ну-с. Что желаете рассказать? Ничего. Ой, слушай, ты мне Ваньку-то не валяй. Я сейчас приму заявление от гражданки, которую ты избила. Накинем тебе еще годик 3. Делайте, что хотите. О, только не надо меня учить, что я должен делать. Ты ведь у нас надолго теперь. Знаешь поговорку, почему большой дом большой? Потому что с него Магадан видно. Вы, простите, забыла, как вас зовут. Вы бы побрились, зубы почистили, баньку бы сходили. Ты у меня пошутишь. Ты у меня пошутишь. Так пошутишь, что тебе совсем не смешно станет. Ясно? Так, что вы знаете об антибиотике? Антибиотик – это такой медицинский препарат. Угу. Используется в антибактериальных целях. В частности, для лечения венерических заболеваний. Угу. Если у вас какие-то проблемы... Это у тебя, сука, проблемы! Я тебя спрашиваю про Витьку антибиотика! Я таких не знаю. Не знаешь? Mm-mm. Вот ваша фотография. Ой, это тот человек, с которым мы в спортивный клуб ходим вместе. Угу. И все? И все. Угу. Если вы такой осведомленный человек, угу, у вас должны быть и другие фотографии. Все, я устала. Больше разговаривать не буду. Отведите меня в камеру. Угу.